А тому вообще ногу удлинил, у него было 2 сантиметра разницы. Представляете, он говорит, я хожу, там уже пят подкладываю в одном ботинке штучку, постоянно ушиваю брюки, надоело мне дошивать. А я говорю, ну давай я тебя поправлю. Он согласился, 15 минут. И он такой потом раз встает, блин, слушай, неудобно. Вот так встаю, удобно, вот так раз, неудобно. И хромать начал, как говорят, с непривычки. Ушел такой, всем рассказал там, я в бане работаю, потом всем рассказал. Я такой выхожу из бани, они меня спрашивают, слушай, да мы уже наслышаны, там ногу ему удлинил, а больше ты ему ничего не удлинил? А 3 ногу ты ему не сделал. Что здесь такое? Вот, да. А тот швейцарец, про который я рассказывал, он меня называет, ну, после массажа говорит, ты как Лукойл. Я подумал, может, сказка вот эта у них, ну, в Западе есть про Оли Лукойл такой. Думаю, что-то такое. Он говорит, не-не-не, ты как этот, как Лукойл именно, как наша компания, нефтедобывающая. Я не понял, в чем же связь. Он говорит, нет, ты как Газпром. Я говорю, почему? Ты половина энергетического запаса страны. Говорит, у нас в Европе такого нету. А я думал, мечты сбываются. Нефть общая, а мечты только у некоторых. Мечты только, да, у некоторых. Ну, в общем, в итоге он остался доволен, потом еще раз приходил. Практически то же самое мы делаем. Это я о чем говорю, что есть разные виды массажа. Воздействует на тело человека. Вот у Жени, я знаю, достаточно болезненно вот это место. Ну, сейчас ты пришел нормально, да? Пришел нормально, как видишь. А уже уйду или? Пришел сам, да. Вот про все эти точки специально тоже будем рассматривать на нашем тренинге более подробно. А сейчас вот еще вот у нас там такой тренинг будет интегративного массажа, который настраивает костяк организма, весь его скелет. Действуется достаточно долго, но особо тоже клиенты не сразу понимают, что человек делает. Когда он подходит и легонечко тянет пятку, например, вот так. Я сейчас быстро делаю, на самом деле это все гораздо медленнее. Но это, по идее, тоже растяжение мышц? Да, это растяжение мышц, и тут включается определенная память мышечная. И воздействие на стопы, например, или на кисти рук, у человека начинает потихонечку отпускать сам скелет, вот этот, от крестца, позвоночника до черепа, да, и он начинает сам кривляться. Даже потом люди уходят, то плечи ровнее становятся. То есть вот такая техника, которая делается достаточно медленно. Вот я показываю раза в 3-4 быстрее. Представьте, что я 3-4 раза все медленнее делаю. Такая вот есть техника. Постереотическая. Вот, да, постизометрическая есть такая гимнастика, разминка. Тут немножко из нее, но там еще по-другому делается. Там вот еще нужно вот так вот отпускать мышцы. Только смотри, Жень, когда я тебе поднимаю бедро, ты дави вниз, наоборот. Давай, противопазик. Сопротивляйся, сопротивляйся, пропускаем. Да, на выдохе делаем. Отпускаем. Еще раз. Бедро вниз дави. Сильнее. После изометрическое расслабление. Тоже дает такие фантастические чудеса, когда ну, полностью уже раскрепощается этот костяк. Просто люди даже не понимают, насколько вот там глубокие мышцы идут. На самом деле в ноги мышцы идут даже через брюшину. И позвоночник тоже держит мышцы в брюшине, там в животе даже есть такие мышцы. И они вот так вот все друг друга пересекают. И где они как перетянуты, обычно мы не понимаем. А когда мы живем, ходим, тем более в стрессовых условиях, где-то что-то обязательно перетянется, где-то что-то замкнет, где-то что-то спазмируется. И эти спазмы, как правило, один на один, вот так вот микроспазмы ложатся, и у человека выходит, в итоге получается огромный комок проблем. Вплоть до того, что некоторые приходят, но некоторые эти мышцы просто деревянные. Вот у тебя достаточно размяты, у тебя ничего делать, да? Массажик. А у некоторых просто, вот я даже тело человека разбил по консистенции. Ну так, иерархия такую для себя. Сметанообразное, желеобразное тело, глинообразное, пластилинообразное, деревяннообразное и каменнообразное, камнеобразное. Потому что вот реально, вот тут такие комочки бывают, которые не разбить, камушки. Давай немножко тебе понажимаем на спину. Вот такие вот мануальные терапии. Мануальную коррекцию, я это называю позвоночником, мы много делать не будем. Вот у тебя сейчас челюсть упирается в стол. Да, спасибо. Давай лучше, знаешь, положись чуть повыше, чтобы голова лежала на боку. На боку. Из дырки вытащить, да, на бок. Ну, чтобы пониже. Давай пониже, да. Чтобы она лежала здесь. Многие тоже говорят, что стол нужен там обязательно с дыркой. Не обязательно. Дырка иногда даже мешает. А для чего сейчас на боку мы делаем? Ну, для чего вырезали дырки? Во-первых, чтобы во время, это такая жесткая, чтобы давить сверху, чтобы ему ничего не пережало. А во-вторых, чтобы он просто сам расслаблялся. Я прям не могу, так не могу. Вот. К сожалению, вы не слышите, да? Слышишь? Да. Что, слышно там даже, да? Там такие трык-трык. А я чувствую. Расскажи, да, что ты почувствовал? Вы только слышите. Что ты почувствовал, что слышал, да? Ну, что ты. Практически везде. Вот простучало, подкрутило. Также вот можно вот крестец таким образом ставить на место. Вот, ну. Давай еще вот выдох. Не кричит. Некоторые орут, бывает так орут. Есть разные способы, это тоже вот мануальщики, они ходят с киянками, например, у них такие реально резиновые молоточки разного размера, поменьше, потолще. А есть такие умельцы, которые народные, костоправы, они просто берут и кулаком так забивают позвонки. Вот, теперь немножко вот раскрепостим ему вот это место, которое тоже часто встает, шейный отдел, сам ничего не делает, просто расслабляйся. Было. Снимать с той стороны. Река здесь села, да? Река села. Вот. Расслаблено. Здесь, расслаблено здесь. Пока, да. Вот, можно сразу вставать. Сразу? Да. После этого. Чтобы почувствовать, как кровь потекла в голову. У некоторых людей начинается головокружение, это не страшно. Это на самом деле кислородное опьянение, так называемое, когда кровь, несущий кислород, хлынула в голову. Кроме того, раскрепостились многие зажимы. И информация о самом теле в мозг вот, через нейронные связи тоже хлынула вверх. Мозг иногда зашкаливает, он иногда может вырубиться, ну так, на пару секунд, несознанка. Есть головокружение? Нет, все нормально. Все нормально, да? Нет. И даже глаза у людей становятся более открытыми, ярче свет. Цвета сочнее ощущаются, как будто, вы знаете, на этой сменили вот этот аппарат, объектив на более мощный, яркий, оптику настроили. Вот, но в целом как? Лучше? Нет, ну легче, конечно. Пока могу ходить. Вот. Поэтому я и обучаю на своих тренингах Итак, давайте подведем итоги. Сначала у нас начинается базовый тренинг, где я все рассказываю, ставлю руки, делаем спину, ноги, голову, как бы проходимся по частям тела. Он идет 2 дня. Поверьте мне, многие спорят школы, мне говорят, ты что, нельзя за 2 дня ничего научить. Я же не говорю, что все профессорами станут. Вы просто приобретете те навыки, с которыми уже можно зарабатывать. Понимаете, сейчас. Всего лишь за 2 дня, и вы уже специалист практически. Это я вам гарантирую. Кроме того, есть 3-й день. 3-й день – это VIP-день, когда мы уже изучаем дополнительные специальные, это всякие медовые техники, обертывания, лимфодренаж, мануальную терапию. Вот такие вот методы. Тоже достаточно быстро. Многие школы просто дают много воды, как я вам говорил. Что, в чем основное отличие вот этого альфа-топа? Мы даем только практику, причем ту практику, которую я 9 лет отрабатывал на людях. Вы понимаете? Я не даю просто так что-то. Я даю именно те методики, которые действуют, которые результативные. Именно поэтому у нас ускоренная программа настолько результативна. Там можно по картинкам посмотреть на сайте, или тоже увидите. И у нас, кстати, гораздо все дешевле, потому что там это все разбухший курс, 2-3 месяца, может идти, где-то полгода идет. Стоит он от 20 тысяч до 50, до 150 даже тысяч доходит. У нас он стоит, вот этот 2-дневный курс, 18 тысяч. Но 19, это дешевле, да, это дешевле, чем там. Я его за 15 тысяч даже преподавал. И мне мои администраторы говорят, ну куда ты так цену демпингуешь, не опускай, давай оставим хотя бы 18-19 примерно. Я говорю, нет, народ хочет знать, народу это надо, давай, зачем мы это будем держать, пусть лучше больше придут людей и узнают. И поэтому я цену опустил еще ниже, еще на 50% ниже. Вот тут я написал, что за 2 дня это будет стоить 9500. Ни один фломастер у нас хорошо сегодня пишет. То есть это уже со скидкой 50% от основного, ну как если бы он нормально бы стоил, да? Ну как вы думаете, это вообще дорого или дешево? Дорого, да? А 3-й день стоит VIP-день. Вообще мне кто как говорит, кто-то дорого, кто-то дешево. Смотри, конечно, все. Ты вообще 2 недели сравниваешь. А по количеству часов то же самое получается. Я проводил 2-дневный тренинг, он у меня 20 часов занял. 2 дня 20 часов. Вот смотри, VIP-день стоит 4000, отдельно если вы оплачиваете. Но если оплачивать в комплекте, как бы 3 дня, то это будет дешевле, уже будет 12 тысяч стоить. То есть получается скидка или экономия 15 тысяч рублей. Но это продается в пятницу до 24 часов вечера. То есть в субботу уже все продажи запрещены, все закрывается. А в среду, если платишь до среды, то платишь еще дешевле, до 8 тысяч. То есть 2500 скидка. А если платишь до среды, ой, до понедельника, понедельник, то это стоит 7 тысяч рублей. Если я за год заплачу. За год вперед, как качество абонемента. Или заранее. Нет, но это не считается.